Давай, у меня там полно Наськи девушек. Давай, с твоими девушками пообщаюсь еще. У меня тут, знаешь, я номера брутом оттягиваю. Ну, у тебя я тоже оттяну. Давай, говори мне свой номерок. Вот, не, я свой номерок только за деньги говорю. А сколько тебе? Давай, я тебе 2 ВМЗ заплачу. Хватит тебе, дорогой мой друг. Два чего? ВМЗ. ВМС это чё? Это, ну, веб-мани. Давай быстро. С тебя 1000 йен. Чего? Давай я 1000 йен. Японские деньги, знаешь? тебе один кожаный рубль заплачу, и ты мне дашь его, окей? Кожаный рубль. Да, здорово. Короче, эй, вы парни, запомнили? Звоните ей почаще каждый день. Хорошо, будем беспокоить твою бабушку. Почаще. А зачем ты так со своей бабушкой поступаешь? Она тебя так любит, она же тебе больше пирожки не будет печь. Во-первых, она надо мной издевается, во-вторых, она меня избивает, не пойми за что, и матерится на меня. А как она матерится? Расскажи, пожалуйста. Ну, слушайте, поскольку вы это сейчас все на сайт перекинете, с вас деньги. Да, скажи, сколько тебе заплатить? Заплатили или что? Заплатить сколько тебе? Скажи мне, дорогой мой друг. Сколько тебе заплатить за то, что... Мне на новую батарейку нужно для PSP. О, на Давай сразу батарейку. 1000 рублей. Давай я тебе энерджайзер подарю батарейки, и ты туда вставишь, и будет все отлично. Ага, а вдруг ты мне паленку подаришь, а не батарейку? Ой, да что ты говоришь такое? И разве я смогу тебе самому Аладдину подарить паленую батарейку? Слушай, я тут типа самый знаменитый во всей Москве. Я Ой. единственный ребенок в России, кого зовут Аладдин. Типа я Вась. знаменитость. Ух ты, какой ты крутой, смотри. Ну вот поэтому, потому что ты знаменитость, тебе все названивают, да? Да, автобусы сейчас заразу не берут. Да, ты мне перезвонишь потом? Перезвони мне, пожалуйста, когда телефон в А зачем трубку я тебе должен положишь. звонить? Ну, перезвони мне, а то у меня деньги еще на домашнем закончатся, и все. Ё-моё, я не буду просто звонить. Зачем? Ну, позвони мне, пожалуйста. Нет. Почему Слушай, нет? а то мне пальцем какой-нибудь там вирус не передашь, а то это Ну, небезопасно. нет, конечно, я тебе только ускоритель интернета передам, который ускоряет интернет на Давай, это 100%. мне надоело игры качать Да, он с тебе... маленькой скоростью. Там тебе знаешь, как у тебя А у будет... тебя какая скорость интернета? Давай. Ну, у меня с моим ускорителем 1 гигабит безлимитная вообще-то. Но если ты хочешь... О, 1 мегабайт. У меня Гигабит, 3 мегабайта. говорю. Ох ты, какой ты крутой, у тебя 4 мегабайта скорость. Ну ты молодец. Но я тебе сейчас, короче, ускоритель передам это. Ты его запустишь, хорошо? Как называется? Мастер мне не подсовывай. Он никакой не ускоритель, он наоборот уменьшитель. Да не мастер, ускоритель так и называется. Я тебе подсуну его, и Таких не все. существует. Существует. Я его сам написал. На Паскале. Мадагаскар 2 смотрел? Я? Нет. А что это такое за Мадагаскар? Это такой полуостров. Живет во Франции, на планете Нептун. Полуостров живет во Франции? Ты что там курил, дорогой мой друг? Травку, сигареты. Сычо. А Я не курю. носки не А, курил? мерзкий Андрей курит. Я его шантажирую теперь. Да я знаю, вот он мне сказал, говорит, мне этот Аладдин уже надоел, позвони ты ему, чтобы он от меня отстал. Да что ты его замучил? Кто, я? Ты что, Да, ты... может, ты ему звонил все время, а он типа говорит, звони Аладдина. Да это же самое. Я с тобой поступлю. Типа, зачем? Ты мне не звонил, ты звонил шма... Я его тоже потерял. Ты точно не знаешь? Не, если у меня был он, я его куда-то, блин, закинул. Мне нафиг не нужен, в принципе. Он мне твой дал, и все. Вот эти тебе буду звонить, тебя беспокоить. А что меня? Звони моей бабуле, что? Да зачем бабуля? Бабуля А ты старенькая. знаешь, что если ей звонить 10 раз в неделю, то она тебе будет платить 500 рублей?
Ой-ой, а как она мне их по почте будет высылать? Или через трубку просовывать 500 рублей мне будет? Расскажи мне, пожалуйста. Через трубку, если будешь ей звонить, это, 6 утра ровно, по московскому времени. Ровно. А я, понимаешь, я не знаю, как московское, я в Петропавловском-Камчатском живу. Ну, это нормально. Звони, короче, в 3 утра. У меня здесь всегда полночь, так что я не знаю, какое там время у твоей бабушки. У меня всегда полночь и все. Слушай, ну короче, отстань от меня, приставай к моей бабуле. Так, хорошо. Номер знаешь? А хочешь, я тебя с бабулей соединю с твоей? Хочешь? А, да, я помню, вы меня соединяете с какими-то людьми. Здорово. А как так делаешь? Я? Да вот у меня домашний... Есть, и мобильный есть. Я домашний... Ты адреса... А, соединишь, нет. Так? Я на громкую связь ставлю домашний, и мобильник ставлю на громкую связь. И звоню по одному абоненту по мобильнику, другому по домашнему. И вот так вот я соединяю. Я же простой наркоман. Молодец. Сейчас подожди, я твоей бабуле соединю. Позвоню твоей бабуле и соединю. Да не все я ее боюсь. Да делай, обматеришь ее и все, будет все ништяк. А ты сам можешь материться? Я не знаю. Нет, я просто... Нет, ты будешь материться, ты будешь рядом, ну вот. Вон, подожди, там сейчас бабушка трубку возьмет. И все будет. Только ты будешь в это время материться, давай. Хорошо. Нет, без вопросов. Алло, бабуля. Бабуля, это Аладдин звонит. Бабуля. Бабуля. Не хочешь с тобой бабуля разговаривать, слышь, Аладдин? Скажи ей что-нибудь. Бабуля. Алло? Привет, бабуля. А кто это? Это Аладдин звонит. А вы ошиблись. Это Аладдин, твой внучок звонит.